Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами я, Александр Коваль. Хочу поделиться классными новостями. Сегодня у меня был очень плодотворный созвон с Евгением Тюриным. Конечно, вы знаете его как президента Союза дизайнеров и архитекторов Union, да. Но в то же время Евгений является блестящим стратегом. И у меня сегодня с ним был созвон по теме стратегической, господи, выговорила, стратегической консультации. На самом деле у меня есть четыре источника, где я могу зарабатывать деньги. Фотография, спикерство, ведущий и предметный дизайн. И, соответственно, у меня, конечно, как и у многих из нас, есть какие-то затыки, скажем так, да, где определенные каналы не работают в должной мере, как хотелось бы. И вот в тот самый момент, когда мне, как и многим из нас, кажется, что я испробовал все варианты, я все в этой жизни видел, я пробовал первое, пятое и десятое. Нет, это не работает, это не рабочая схема. И иногда нужен, во-первых, взгляд со стороны, это раз, а во-вторых, нужен взгляд со стороны именно профессионала, коим является Евгений Тюрин. И вот у меня с ним была сегодня стратегическая такая консультация, и мы разобрали все четыре моих источника. И получается, что он мне на мой же бизнес открыл глаза, и я посмотрел на много по-новому и получил вот те самые ответы, потому как Евгений мне подсветил то, что вот лежало буквально у меня под ногами, я этого не замечал. И хочу выразить прежде всего огромную благодарность Жене. Мы с Женей знакомы и дружим уже много лет, вот, но в то же время как бы дружба дружбой, а табачок врозь, вот, и поэтому как бы я Жене оказываю какие-то услуги за деньги, он мне, соответственно, оказывает тоже услуги за деньги, и я не пожалел ни одного рубля, потраченного на эту стратегическую консультацию, и не то чтобы вам продаю услугу Жене, но крайне рекомендую, это того стоит. Если есть желание делать иксы, так называемые, да, или просто увидеть, что, где мы можем зарабатывать деньги в своей нише, да, делать это больше, лучше, то мой вам совет, вот, welcome к Евгению на стратегическую консультацию. Все, это с вами был я, классного вечера, пока-пока.